снова всем привет на канале Олег Нестеров, Брест. И вот, наконец, мы организовываем такое небольшое патти, а именно мастер-класс по аэрографии. И наш художник-аэрографист преподаст вам несколько приемов аэрографии. Ну и мероприятие у нас пройдет на Березовке, все знают, на улице Машинского. Как туда проехать, сейчас мы вам покажем. И хотелось бы сразу предупредить, мероприятие будет 5 часов, это будет с 16 часов, скорее всего, до 10. Так что детей с собой брать не очень хорошая идея. Ну, а для остальных участников будут перерывы, будут общения с нами. Также будет кофе-пауза, будет столик, печенюшки, кофе, чай, кто что захочет. Ну и покажи дорогу, как проехать. Покажи дорогу. Мы едем со стороны Задворцев. То есть, вот как вы видите, со стороны Задворцев по улице Машинского. И доезжаем до заправочки. То есть, не доезжая магазина Санты, будет налево поворот. Ну вот дорожка, заправочку мы проехали. И с левой стороны вы увидите вот здесь вот та самая моечка, где у нас и пройдет данное мероприятие. То есть машины здесь несколько штук можно поставить, можно во дворе поставить. Кто на мотоциклах будет, тоже как бы не проблема. Вот такая замечательная моечка. Мы дружим с ребятами. Вы, наверное, видели здесь мы. Что же мы мыли здесь? Гелик мы здесь мыли. Ну, пойдем, выйдем. Помещение здесь большое. Как бы места всем хватит. Там, здесь. Здесь будет кофе, чай. Здесь как бы и проведем мастер-класс. Я думаю, будет интересно. Ну и кратенько о программе расскажем. То есть, что у нас будет в программе? Ну, я думаю, что данное мероприятие мы проведем в нескольких частях. В первой части мы рассмотрим, скажем так, инструменты. Рассмотрим инструмент, подержим его в руках. Каждый, в принципе, я думаю, что сможет попробовать, подержать его, понажимать кнопочки, чтобы почувствовать, что это вообще такое. А во второй части, после, мы выберем несколько человек, путем жеребьевки. И, значит, я с ними поработаю в течение минут 40. Нет, сначала мы не работаем. Нет, ну, да. Нет. Хорошо, тогда сейчас. Значит, сначала мы дадим им попробовать, без опыта, без тренировки, что у них получится. А потом я поработаю с ними минуток 40. И мы дадим им нарисовать уже что-нибудь более серьезное и посмотрим, что из этого получится. Ну, если останется в дальнейшем время, я, возможно, сделаю какой-нибудь рисунок, к примеру, на лючке бензобака, чтобы показать, то есть, как можно работать этим инструментом. А еще интересный такой момент. Также будет присутствовать Александр Амбрест. Кстати, у Андрея тоже есть канал, ссылочку мы дадим в описании видео, так же, как и Александр Амбрест. Все вы его знаете, мы дружим каналами. И Александр Брест тоже будет присутствовать, выделяет нам для нашего мероприятия, аэрограф, который вы сможете получить. Но тоже так же будет выбирать, чтобы никому не обидно было, чтобы не думали, что мы кому-то присудили, путем жеребьевки из учащихся одному какому-то достанется человеку аэрограф. Я думаю, мероприятие будет интересное, все будет проходить в дружеской атмосфере, так что милости просим. Пообщаемся, да. Порисуем. Еще раз повторим, мероприятие состоится 8 мая, это у нас будет пятница, в 14 часов. Ну и кто, может быть, не понял, где находится адрес данного заведения, это вот Машинского 29А.
Милости просим. Ну и еще один не маловажный момент, тоже очень интересный. Каждому участнику будет вот такая визиточка со штампиком оплачена. То есть, предъявив вот эту визиточку, вы получаете на мойке 10% скидку. И каждый участник получит такую карточку. Ну и плюс ко всему, если вы поедете, здесь тоже есть что посмотреть. Может, что-то из материалов вам нужно будет, попутно возьмите. Милости просим, приходите, участвуйте. Будет интересно. Ну а на сегодня всем здоровья крепкого, настроения бодрого, ну и, конечно же, добра и бабла. Правильно.